28 мая в Украине отмечают День пограничника. Сегодня лучшим военнослужащим из Одесского погранотряда вручали почетные грамоты и медали. Церемонию награждения начали с минуты молчания. За время проведения АТО в зоне боевых действий погибло 67 пограничников. Среди них 14 человек из Южного регионального управления. Награждал пограничников и глава ОГА Михаил Саакашвили. Мы поздравляем наших пограничников. Тут есть генерал Костя, который очень талантливый, умный генерал, который вывел в свое время из Крыма практически всех своих, в отличие от других родов войск. Просто действительно он настоящий современный украинский герой. Александр Демченко 20 лет своей жизни отдал службе. Говорит, что свою награду получил за участие в боевых действиях в 2014 году. Я свій час був учасником бойових дій. У 2014 році на сході держави ми попали в оточення, коли перебували там, з боями прорвалися з оточення. Напевно, це також те, що я і вже після повернення сюди в Одесу продовжую належним чином виконувати свої обов'язки на своїй посаді. Свої награди отримали і діти воєнослужащих. Вони участвували в конкурсі рисунків. Пограничники – это человек, благодаря которому мы спокойно спим. Пограничники – люди, которые очень тяжело трудятся. А пограничники защищают наши границы от врагов, и мы им очень благодарны.